Всем привет! Привет, кто зашел ко мне сегодня на канал, в гостях у Павловны. Сегодня я вам покажу рецепт печенья, как и обещала. Очень простое и очень вкусное. Что для этого рецепта я взяла? Я взяла 100 грамм масла. Масло у меня уже размягченное. Ну, стояло здесь уже, подтаяло. И сахар. Сахар грамм 200, не больше. Даже чуть поменьше можно, потому что еще сахарок будет вот обмакивать, буду печенюшки, когда ставить в духовочку, я их буду обмакивать. Хочу сказать, что яйцо здесь нет. Яйца здесь нет. Без яйца тоже все довольно-таки прилично, вкусно. К чаю самое то. И морковочка здесь уйдет. Да, забыла сказать, что стакан тертой моркови. Вот такой стаканчик моркови. Сейчас масло растеру, разотру с сахарком. И добавлю морковь, и буду с морковью все перемешивать. Так, сюда морковку добавлю. Сок, если сок образовался, это тоже ничего. И все вместе сейчас перемешаю. Муки здесь, сколько здесь пойдет муки? Ну, граммов до 250, наверное, 250. Ну, пусть даже 300, это зависит от сочности моркови. Но 300 нет, 300 не уйдет граммов муки. Просто чтобы тоже печенье не перебивало морковь. О, не печенье, мука не перебивала морковь. Вот такая масса получается. Сахарок уже растворяется, не, почти не скребет по чашке. К чаю, мне кажется, это вообще быстрее нету. Ничего. Никаких формочек для печенья здесь не нужно. Так, сейчас буду добавлять мучку. Так, муку. Муку добавлю какую-то часть. И сверху, сейчас вот сюда в углубление, разрыхлитель. Разрыхлитель и 1 чайная ложечка. Вот у меня здесь как раз оно осталось от пакетика. В пакетике было. В прошлый раз стряпала ей. И добавлю еще ванилинчика. Немножко. Люблю, когда ванилином пахнет в выпечке. И все перемешаю. Цвет красивый. Цвет красивый. Ну, я сейчас буду размешивать. Сейчас добавлю еще немножко еще мучки добавлю. Тесто из чаши на клеенку сюда помещу и буду руками вмешивать муку. Потом вам покажу, какое получится тесто. Хочу показать, какое получилось красивое тесто. Вот такое эластичное. Посмотрите, цвет какой. Вот морковочка такая сочная. Столько в ней каротинчика. И сейчас будем формовать. Формовать тоже проще некуда. Обожаю вот такой сорт, вид формовки печенья. Раскатываем колбаску. Маленько чуть-чуть припыляем мучкой. Разрезая на такие кусочки. И формовать буду шарики. Шарики скатывать.
и в сахар окунать. Вот так. Так, сейчас покажу вам. Шарик скатала в сахар. Можно в сахарную пудру. Вот. Следующий также. Мне нравится такое печенье, но потом получается, сахар чуть-чуть подтает. И будет очень вкусно. Ну что, я буду пока раскатывать. Вот раскатала один противень. Сейчас пойду поставлю его в духовочку. Духовка у меня включена. И здесь немножко еще осталось, еще на маленький противешок. Пойду поставлю. Духовка у меня 180 градусов. Буду смотреть. Пока печется у меня печенье, я натерла вот так морковочки. Морковка сочная, своя. И вот одна морковка, стакан такой натертый получается. Закрою и в морозилку. И вот у меня еще там несколько морковок. И вот так в контейнерочке такие стаканчики поставлю в морозилку. И еще в течение зимы несколько раз такое печенье постряпаю. Хочу показать, сколько у меня получилось печенье. Вот стакан моркови, 100 грамм масла, сахар и мука. Вот такое количество печенья получилось. Посмотрите, посмотрите, какое оно красивое. И вкусное. И оно не черствеет, оно сверху корочка как бы рассахарим и чуть-чуть ее обмакнули. Оно вот такая хрустящая, а внизу-то мягкая. И оно не черствеет. Хотя я думаю, что долго оно у нас не пролежит. Первый раз стряпала. Мы за весь вечер с чаем, с молоком. Кто с чем. А сейчас мы будем с чаем. Очень вкусно. Кто любит чуть послаще, можно чуть добавить больше сахару. Мне достаточно столько. Поэтому сейчас всем пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всем рада.